5 этих телесериалов запали в душу российским зрителям. И как бы нам всем хотелось увидеть продолжение этих проектов, чтобы вновь понаблюдать за любимыми героями. Самое ожидаемое сериальное продолжение года 2021 в этой подборке вашему вниманию. А если вам по душе российские сериалы, поставьте лайк перед началом этого видео. Невский. Охота на архитектора. Съемки нового сезона детективного сериала от канала НТВ стартовали еще в августе прошлого года в северной столице России. Создатели анонсировали нам 30 новеньких серий. Предыдущий сезон, премьера которого состоялась в эфире НТВ в феврале прошлого года, оставил зрителям много вопросов, ответы на которые даст новый сезон. Пятый по счету. Майор Павел Семенов продолжит служить в полиции на должности начальника уголовного розыска УМВД по Центральному району, а полковника Андрея Михайлова переводят в криминальный район, где все живут по законам улиц. Впереди наших героев ожидает множество приключений и сюжетных поворотов. Относительно даты выхода пока, к сожалению, никакой информации нет, но так бы хотелось, чтобы это произошло еще в этом году. «Знахарь», второй сезон. В 2019 году в свет вышел отличный сериал на Первом канале «Знахарь», в главной роли которого играл Даниил Страхов. Уже тогда зрители отчаянно хотели узнать, а будет ли продолжение. И вот спустя какое-то время режиссер проекта Ярослав Мочалов признался, что продолжение сериала снимается, а по некоторой информации новый сезон уже полностью отснят. А это значит, друзья, что выход его на экраны – это исключительно вопрос времени. «Анна детектив», третий сезон. Сказать, что второй сезон сериала «Анна детектив», вышедший в марте 2021-го, ответил на все вопросы зрителей, будет ложью. История оборвалась на полуусловии и требует за собой продолжения. Но, к сожалению, официального подтверждения того, что будет сниматься новый сезон, пока не поступало. Все, что у нас есть, лишь намек, который сделал Борис Хвощнявский, воплотивший в сериале роль дяди Анны. Он отметил, что герои в новом сезоне обретут личное счастье, что же очень хочется в это поверить. Жаль только, что очень маловероятно, что продолжение мы увидим в этом году. Ведь, к примеру, между первым и вторым сезоном этого сериала прошло немало лет. Но ничего, мы все равно дождемся, я в этом просто уверен. «Крепостная», третий сезон. А вот третий сезон этого проекта выйдет уже осенью нынешнего года на канале СТБ. Да, друзья, «Крепостная» возвращается на экраны. Наконец-то! 7 месяцев и 11 дней длились съемки нового сезона. Было отснято 120 смен, включая ночные. Проделана определенно колоссальная работа. Ну а движущей силой третьего сезона станет любовь. В новых эпизодах будет рассказаны 7 лавстори, 2 из которых зрители увидят через флешбеки героев. Также поклонников ждут 3 истории предательства и несколько мощных сюжетов социального падения. Что же, конечно же, будем с нетерпением ждать премьеру. «Склифосовский», девятый сезон. Ох уж этот Склиф. 10 лет этот проект радует нас и продолжает удивлять, буквально несмотря ни на что. История работы и жизни докторов НИИ «Склифосовский» продолжается. Дата выхода пока не объявлена, но съемки очень активно ведутся. Новый сезон будет полон перемен. Олега Брагина ждет неожиданное место работы. Его новая начальница Спиранская положит на него глаз. А вот в отношениях у Олега с Мариной произойдут серьезные перемены, которые назревали долгое время. Очередные кадровые перестановки в «Склифе» сулят непростые испытания и для Павловой, а для Куликова история с судом также обернется серьезным поворотом в его судьбе. Костя и Саша попытаются построить семейное счастье, а что из этого выйдет, мы узнаем уже совсем скоро. Я, по крайней мере, на это надеюсь.
Еще одно грандиозное продолжение, которое все мы ждем, это третий сезон украинского сериала «Ничто не случается дважды». И да, официального продления проекта пока не заявлено, но актерский каст и режиссер Оксана Байрак нет-нет, да и обмолвится о том, что история получит новый сезон. И Мария вместе с Огневым, а также с другими персонажами, вернутся к нам, чтобы дорассказать финал этого фильма. Именно фильма, ведь Оксана Байрак считает эту историю далеко не телесериалом. Что же, очень хочется верить, что уже в этом году, ну или в начале следующего, появятся новые серии полюбившегося зрителям проекта. А продолжение какого сериала вы ждете наиболее всего, друзья? Напишите свое мнение на этот счет в комментариях. А также подписывайтесь на канал Горинов Мир Анонсов. Здесь мы в режиме каждый день обсуждаем самые яркие новинки отечественного кино. Надеюсь, был полезен. Берегите себя, хорошего настроения. Увидимся уже завтра.